Свободное от основной деятельности время работники службы дня и ночи активно занимаются физической подготовкой. Результат тренировок показывают на состязательных площадках. Одним из показателей выступлений является первенство Брестского городского отдела по ЧС по мини-футболу. А поскольку брестские спасатели неоднократно принимали участие в спортивных турнирах на родине своих коллег, то на этот раз польские огнеборцы с ответным визитом приехали в город над Бугом. Тем самым борьба между сильными соперниками стала еще интереснее. 5 команд-участниц от городского отдела по ЧС, в составе которых опытные игроки, а также молодое пополнение. И представители пожарной службы из Лосицы в довольно жарких поединках показали себя, надо сказать, на довольно высоком уровне. Раз в неделю они повышают свою физическую подготовку. Это на это отведено специальное время. Но именно спасатели, они разносторонние. Они могут играть и в футбол, и в волейбол, и в теннис. Нам приятно приезжать сюда, и приятно, что наши брестские коллеги приглашают на такие мероприятия. Мы взаимодействуем не только по части профессиональной деятельности, но и рады откликаться на спортивные и культурные встречи. После ряда серьезных поединков в числе финалистов удалось оказаться команде пожарной аварийно-спасательной части номер 2 Брестского ГУЧС и польским пожарным. Завершающий матч стал главной интригой открытого чемпионата по мини-футболу. В сильной игре вперед вырвались брестские огнеборцы. Серебро увезли с собой достойно представившие свой регион спасатели из города Лосицы.